Здравствуйте, в эфире выпуск новостей, в студии Ирина Минаева. В столице заседал Комитет экономических реформ. Одесский регион на мероприятии представлял председатель облгосадминистрации. Эдуард Матвейчук подвел итоги нескольких масштабных областных проектов, связанных с возрождением сети дошкольных учреждений и строительством новых школ, а также рассказал о реализации эксклюзивной региональной программы «Детский медосмотр». Комитет экономических реформ собирается несколько раз в год. Это диалог президента с теми, кто воплощает в жизнь политику государства. В нынешней повестке дня вопросы социальной и медицинской сфер. Социальный вымер, как мы с вами давно уже визначились, є приоритетом державної політики України. За останні роки ми досягли певних позитивних зрушень, але цього замало. І нам ні в якому разі не можна зупинятись, незважаючи на те, що вирує криза в світі, незважаючи на те, що вона зачепила Україну і суттєво зачепила. Але шлях, який ми обрали, він незмінний. В заседании участвуют члены правительства и руководители областей. Одесский регион представляет губернатор Эдуард Матвейчук. Главные темы его доклада – о возрождении сети дошкольных учреждений, строительстве новых школ и реализации программы «Детский медосмотр». Одесская область – единственный регион в стране, где идет масштабная детская диспансеризация. Бригады медиков выезжают во все, даже самые отдаленные села и поселки области. Врачи уже осмотрели 200 тысяч детей. Эта работа позволит не только выявить заболевание, но и начать лечение на ранних стадиях. Так почти 11 тысяч детей уже прошли до обследования и лечения в областной и районных больницах. Причем оба этих проекта, которые имеют большую поддержку простых людей, мы реализуем без дополнительных бюджетных средств. Такая системная работа продолжится и дальше. За годы независимости в области стало на 500 детских садов меньше, но уже три года как тенденция поменялась на противоположную. В этом году собираются открыть 12 новых и восстановить больше 30 неработающих детских дошкольных учреждений. В Одессе ситуация особо сложная. По инициативе губернатора была принята программа развития социальной инфраструктуры областного центра. Приоритет – строительству новых детских садов. Реализуя вашу инициативу по возрождению дошкольного образования, мы поставили себе ключевую задачу – в ближайшее время ликвидировать очередь в детских садах и перегруженную группу. Для достижения поставленной задачи используем различные подходы. Первое – строим новые детские сады. Возвращаем коммунальную собственность здания, которые используют не по назначению, и открываем в них детские сады. В 2013-м на строительство детских садов в Одессе из областного бюджета выделят больше 100 миллионов гривен. Всего планируют построить больше 20 детсадов, 7 до конца этого года. Одесские чиновники попросят у государства возместить потраченные из бюджета средства на ликвидацию последствий урагана, который обрушился на город в ночь на 1 июня. В мэрии надеются получить 8 миллионов 200 тысяч гривен из резервного фонда Кабмина и еще 30 миллионов из государственного бюджета Украины. Об этом шла речь в пятницу 14 июня на внеочередной сессии Одесского городского совета. Сама же сессия оказалась очень непродолжительной и длилась около получаса. Внеочередная сессия городского совета началась с того, что Алексей Костуси внес в повестку дня дополнение. Городской голова вновь вспомнил о недавней стихии. Ураган, бушевавший в городе в ночь на 1 июня, повалил более 4000 деревьев, обесточил тысячи домов и лишил жизни одессита. Несмотря на то, что прошло уже две недели, электроснабжение восстановлено не во всех домах города, а коммунальщикам еще предстоит вывести немало рухнувших деревьев. Зато нанесенный городу ущерб чиновники подсчитать уже успели. На ликвидацию последствий урагана городской совет надеется получить из резервного фонда государства 8 миллионов 200 тысяч гривен и еще около 30 из госбюджета. Вы знаете, что у нас состоялась вот эта беда и стихийное бедствие, удар урагана, и нам надо в понедельник в 9 утра в кабинет министров представить документы на выделение из нашего резервного фонда денег на ликвидацию последствий стихии. 8 миллионов 200 тысяч гривен. И мы надеемся, что когда там изучат наши документы, к ним добавят, к нашим 8 миллионам 200, еще до 30 миллионов из государственного бюджета.
В остальном, внеочередная сессия городского совета прошла очень оперативно. Помимо вопроса, связанного с ликвидацией последствий стихии, на сессии Одесского горсовета было принято решение относительно строительства арены к чемпионату Евробаскет-2015, которую, напомним, предлагается возвести на территории бывшего завода сельхозтехники «ЗОР». В целом, решение по четырем вопросам депутаты приняли за 6 минут. А вечером 14 июня стихия вновь разбушевалась, повалив в городе деревья и оборвав провода. К счастью, в этот раз дождь, хоть и с градом, не принес таких разрушений, как ночной ураган, и на сумме, запрашиваемой одесситами у Киева помощи, это пока не отразилось. В пятницу вечером в Одессе и Южном прошел мощный ливень и град размером с крупную вишню. Стихия с сильным порывистым ветром бушевала около часа. Однако, к счастью, по предварительным сведениям спасателей, обошлось без жертв и обрушений. Зато накануне упавшее без всякого ветра дерево едва не лишило жизни одесситку. По словам очевидцев, инцидент произошел на проспекте Гагарина. Большая акация сломалась и упала буквально в метре от девушки. А в Измаиле сильный дождь с порывистым ветром 13 июня всего за 15 минут повалил несколько деревьев. Некоторые упали на автомобили. Кроме того, обрушившееся дерево повредило газопровод. Что же касается погоды в Одессе, то на 15 июня также объявлено штормовое предупреждение. Ожидается дождь и гроза с порывами шквального ветра до 20 метров в секунду. Температура ночью 17-19, днем 27-29 градусов. Дожди прекратятся 17 июня и, по словам синоптиков, установится сухая и знойная погода. Ночью температура воздуха 17-21 градусов, днем до 32. Температура морской воды 23-24 градуса. На случай наводнения госслужба по чрезвычайным ситуациям разворачивает возле Дуная специальные лагеря. Собираются отряды спасателей и спецтехники. Уровень воды в этой реке близок к критическим отметкам. Об этом сообщает в облуправлении ГСЧС. Лагерь развернут в 3 километрах от Килии. Там планируется разместить 250 спасателей. Также там оборудованы палатки для возможных пострадавших от паводков. А для ликвидации последствий возможного наводнения в лагере будет размещено 11 спецавтомобилей. Другой такой же лагерь ГСЧС разместила возле села Орловка Ренийского района. Зато в Одессе наконец-то официально разрешено купаться на всех пляжах. Поводом для отмены действия постановления о временном запрете морского водопользования послужили результаты качества морской воды, которые по бактериологическим и химическим показателям соответствуют нормам. Службой города были вынесены постановления о запрещении морского водопользования. Это было в связи с ливневыми осадками. Значит, после этого в течение недели еще были сильные дожди. Мы отбирали водичку. И последний отбор 10 числа, вот мы сделали отбор водички морской. Мы отбирали воду на бак и на химисследование. Вот так вот, да? И когда мы получили уже хорошие результаты водички, мы 13.06 отменили постановление на запрещение морского водопользования. Напомним, 1 июня СЭС города из-за последствий стихии рекомендовала одесситам воздержаться от купаний в море. Затем из-за обильных дождей запрет водопользования был продлен до получения результатов анализов. Теперь все запреты сняты. Одесситов просят помочь разыскать виновника ДТП со смертельным исходом. Ночью 7 июня на поселке Котовского на перекрестке улиц Кишиневской и Добровольского на трамвайном полотне обнаружили мужчину с телесными повреждениями. Эксперты установили, что травмы получены в результате наезда автомобиля. Через 3 дня мужчина умер в больнице. Очевидцев аварии, а также тех, кому известно местонахождение автомобиля и водителя, сотрудники ГАИ просят позвонить по телефонам 301-777 или 780. 77-67-57. На улице Старопортофранковской возле одного из домов прохожие обнаружили мертвую женщину. Ее задушили. По словам местных жителей, убитая работала риэлтором, и причиной убийства могла стать значительная сумма денег, которая, возможно, находилась при ней. Факт обнаружения тела с признаками насильственной смерти подтвердили в городском управлении внутренних дел. Однако никаких подробностей правоохранители пока не сообщают. Ведется следствие. На фонтане бойцовская собака искусала пожилую женщину. По словам очевидцев, питбуль набросился на 85-летнюю одесситку и несколько раз сильно укусил за руки и живот.
спас пострадавшую пояс на животе. Инцидент произошел днем 14 июня в районе 4-й станции Большого Фонтана. Чтобы отогнать животное от женщины, пришлось применять газовый баллончик. После инцидента хозяин питбуля попытался скрыться и спрятать пса дома. Однако ему помешали свидетели происшествия. Пострадавшую женщину на скорой увезли в больницу. В больницу в тяжелом состоянии увезли и 28-летнего автолюбителя. В районе Лузановки в результате драки он получил тяжелую черепно-мозговую травму. Как сообщили очевидцы, пострадавший водитель «Волги» не поделил дорогу с «Инфинити». Черная «Инфинити» пыталась обогнать «Волгу», но водитель не уступил. Тогда из иномарки вышли четверо мужчин и жестоко избили парня. В это время в «Волге» находились жена водителя и годовалый ребенок. Пострадавшего госпитализировали. Его жена обратилась с заявлением в милицию. Следователи опрашивали пострадавшего и разыскивают участников драки. А 33-летнего ранее судимого одессита сотрудники милиции уже задержали. Мужчина, угрожая таксисту обрезом охотничьего ружья, связал его, затолкал в багажник и угнал его «Тойоту». Все случилось под Одессой. Мужчина попросил таксиста отвезти его в холодную балку. Отъехав на несколько километров, пассажир достал обрез и приказал ехать в Николаевский район. В селе Настасьевка злоумышленник и завладел «Тойотой». Но заложнику удалось освободиться в багажнике, завязалась драка. Таксист получил травмы, а преступник уехал. Как выяснили сотрудники милиции, мужчина просто поссорился с женой и решил поехать к ней мириться, но ему не хватало денег на дорогу. В Одесской области задержали группу лиц в составе 4 человек, которые занимались распространением опасного ядовитого вещества. 30-летний житель одного из районов области, имевший ртуть, подыскивал каналы ее сбыта. К своей преступной деятельности он привлек 3 подельников – водителя, охранника и реализатора. При попытке сбыта 10 килограммов ртути, расфасованной в 3 колбы, правоохранители задержали всех фигурантов преступной деятельности. За свой товар злоумышленники рассчитывали получить 125 тысяч долларов, начато уголовное производство. Белгород-Днестровская межрайонная прокуратура задержала 2 следователей милиции по факту получения взятки в размере 4000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры. По данным ведомства, следователи требовали деньги за возвращение транспортного средства, изъятого в рамках уголовного производства по факту дорожно-транспортного происшествия. Налогоплательщики Приморского района и представители районной налоговой инспекции встретились в пятницу утром, дабы обсудить преимущества, которые дает новосозданное объединенное ведомство представителям бизнеса. Встреча прошла в рамках круглого стола на тему презентации работы Министерства доходов и сборов Украины на региональном уровне. Министерству доходов и сборов Украины пока еще не исполнилось и года. Объединение налоговой и таможенной служб в единое ведомство, рассказывают в налоговой инспекции Приморского района, является важной ступенью реформы, полностью соответствующей общемировым и в первую очередь европейским требованиям. Цель создания данного министерства заключается в том, чтобы упростить именно роль бизнеса и общение с контролирующими органами и довести их до тех уровней мировых стран, которые уже такое уже прошли. То есть фактически данные подобные структуры объединены, созданы в странах таких как Канада, Англия, Бельгия. Поэтому сегодня Украина тоже идет по этому пути. С созданием нового министерства у бизнеса появился ряд существенных преимуществ, подчеркнул Игорь Шуба. Прежде всего, упрощаются процедуры получения административных услуг, повышается качество и сокращается время обслуживания посетителей в госорганах, снижается уровень бюрократизации, обеспечивается конфиденциальность плательщиков, применяются новейшие технологии. Фактически наша цель направлена отстранить действующих инспекторов от общения с бизнесом, а перевести все это на электронную форму отчетности, на электронную форму общения с бизнесом. Сегодня вводится такая функция, планируется введение функции, как электронный аудит, который тоже, в свою очередь, удалит реальных людей, которые находятся в ведомстве, от бизнеса, для того, чтобы не было проявления фактов коррупции и так далее. Все это, уверены в ведомстве, позволит бизнесу стабильно работать, развиваться и, главное, повышать конкурентоспособность своей продукции. В итоге выиграет и государство, и бизнес-сообщество. В Одессе инвалидам по-прежнему негде парковаться. Люди с ограниченными физическими возможностями не могут элементарно сходить в аптеку. Здания коммерческого сектора не подготовлены для использования людьми с физическими недостатками. Как решить эти и другие вопросы, обсудили на заседании комитета по вопросам обеспечения инвалидов доступной инфраструктурой.
В рамках заседания комитета обсудили тему доступности для инвалидов объектов коммерческого сектора, в том числе аптек. Из 186 объектов, принятых в эксплуатацию в 2012 году, проверили на доступность 95. Большинство из них не соответствуют параметрам доступности. Минрегион БУДом определены основные ответственные за эти нарушения. Этими ответственными по памяти являются проектировщики и заказчики. Нам необходимо следующее знать. Кто проектировал? Кроме бытовых повседневных проблем, людей с ограниченными физическими возможностями беспокоят условия проведения будущего спортивного чемпионата в Одессе. Они требуют включить в комиссию по евробаскету представителя комитета доступности. На стадии проектирования мы должны увидеть, где, что и как, потому что мы опять построим спортивный комплекс, который будет не для нас. А он не только как бы ожидается спортивным комплексом, это будет культурно-развлекательный комплекс. Там должна быть доступность. Один из острых вопросов одесской действительности остается также парковки. Ни у одного из четырех судов, ни у одной нотариальной конторы, ни у одного отделения милиции не оборудовано место, специальное место, даже с обозначением, что специальным знаком стоянка для инвалидов. Общественник утверждает, что даже те парковочные места, которые существуют, инвалидам недоступны. Как правило, эти места занимаются либо сотрудниками, либо подъезжающими какими-то более весомыми людьми. А инвалидам, я считаю, что возможности припарковаться нет. Бесплатно парковать транспортные средства могут инвалиды войны, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды детства и другие социально незащищенные категории. Место паркования обязательно должно быть обозначено соответствующим дорожным знаком, а также меткой дорожного покрытия. Посмотреть, как в центре города инвалиды имеют право на размещение транспорта и как это выполняется. Это все межквартальные стоянки принадлежат городу. Они сданы в аренду частным структурам. Обратиться к парксервису, чтобы он проверил возле административных зданий наших городского совета, областной администрации, которые все находятся на территории города Одессы. Оборудованы ли места для инвалидов? Еще один вопрос, который требует решения, считает Геннадий Чикита, бесплатный проезд людей с особыми потребностями в маршрутках. А также, уверен депутат, важно оперативно откликаться и на индивидуальные просьбы одесситов. 4 месяца назад ко мне обратилась мама Маренкова, проживающего на первом этаже, чтобы власти организовали ему выход пандус из подъезда. Ребенок очень большого веса, и матери очень тяжело его постоянно на улицу выводить. На сегодняшний день только через год власти могут организовать этот выход, этот пандус. Эти вопросы возникают постоянно, и их надо оперативно решать. Вопрос по оборудованию парковок внесли в протокол специального комитета и приступили к его решению. Ведущие врачи Украины, Польши и Болгарии съехались в Одессу. В ходе международной научно-практической конференции медики обсудили проблемы кардиологии, а также провели уникальную операцию на сердце. Конференция приурочена к 10-летию клиники Святой Екатерины. На конференцию в наш город съехались лучшие врачи-кардиологи не только из Украины, но и из Польши и Болгарии. Здесь представители больниц, частных клиник, диагностических центров и мединститутов. Главная цель – укрепление научного потенциала и координация усилий ученых разных стран в области кардиологии. Инициатором этого мероприятия второй год подряд выступила Одесская клиника Святой Екатерины. На протяжении всех 10 лет мы предоставляли площадку клиники для проведения различных мини-конференций, мастер-классов, небольших симпозиумов. Мы считаем своим долгом, что мы мало того, что должны изучать опыт европейский, американский и даже азиатский в области кардиологии и интервенционной кардиологии, и рентген-хирургии, но должны доносить данную информацию. Основное внимание заболеваниям сердца и сосудов. 2 дня ведущие специалисты в области кардиологии знакомились с новыми методами лечения сердечно-сосудистых заболеваний, обменивались опытом и знаниями, обсуждали новые препараты и оборудование. В ходе практической части врачи провели операцию по установке бифуркационного стента. Участники конференции смогли наблюдать за процессом в прямом эфире прямо из зала. Клиника обладает высоким методическим уровнем, мы его всегда готовы показывать, всегда общаемся с врачами города,
К нам охотно едут интервенционисты всей Украины. Каждая такая конференция – это большой существенный шаг в сторону развития интервенционных технологий и повышения уровня квалификации наших специалистов. Клиника Святой Екатерины идет в ногу со временем. Так, в декабре прошлого года здесь открыли многофункциональную поликлинику, а к своему десятилетию запустили службу круглосуточной помощи «Семейный врач 24/7» и экстренную медицинскую службу. Наши машины укомплектованы оборудованием европейского мирового класса, и они все соответствуют по стандартам медицинской помощи экстренной, класс С. Это самый высокий стандарт, это реанимобили. По словам директора клиники Татьяны Филипповой, с открытием экстренной медицинской помощи Святой Екатерине завершается формирование полноценной медицинской службы. Мы были первыми, кто сделал в Одессе коронарную ангиографию. Сейчас рутинное исследование сосудов сердца, а на тот момент это была новинка, никому неизвестное исследование. И точно так же мы являемся пионерами, инноваторами вот в организации этой службы. И надеемся, что достигнем таких же результатов эффективных. Чтобы быть лидером, необходимо держать руку на пульсе современных методик, уверенно в клинике Святой Екатерины. А подобные конференции – это один из источников информации для врачей-кардиологов. Тарутинский, Арцизский, Болградский, Измаильский, Килийский и Саратский районы. Именно здесь народный депутат Украины Антон Кисе проводит встречи с избирателями. У каждого свои проблемы. Многие из них, на первый взгляд, решить невозможно. Задача избранника – оперативно с ними разобраться. Прием граждан, жителей Болграда, Измаила и прилегающих сел всегда ждут с нетерпением. Сюда обращаются как в последнюю инстанцию. Михаил Иванович сетует на питание в местной больнице, а также беспокоится о дальнейшей судьбе озера Ялпух, где, по его наблюдениям, осталось катастрофически мало рыбы. Озеро сократилось за счет браконьеров на 5 километров. Сплошной камыш вокруг озера. Чтобы увидеть гладь озера, надо заезжать или заходить на большую гору. Антон Иванович очень много за непродолжительный срок сделал очень много добра для Бессарабии и для нашего района. Вот. И поэтому я надеюсь на его, как говорится, не совесть, нет. Это прекрасный человек. Надеюсь, что он эти вопросы решит. Люди, которые живут вблизи реки, на улице Северной, опасаются потерять свои жилища. Им грозит оползень. Но если я буду ждать еще месяцев 7, то я уже не буду ждать, потому что меня завалит. Жители Болграда обратились к Антону Кисе с просьбой разрешить вопрос неприятного запаха, который доносится с недавно построенной свиноферма. Специфический смрад время от времени накрывает город и всю округу. Как раз в этот день горожане вышли к зданию местной администрации на митинг «Болграду чистый воздух». На руках у активистов порядка тысячи подписей против свиного аромата. У них, я считаю, что разработано это, но жалко денег для того, чтобы довести все до конца. Ведь в Европе им бы без вот этих вот мероприятий по экологии не разрешили бы запуск. Нотки аммиачного амбре отчетливо ощущались и на открытии инфекционного отделения районной больницы. На нем тогда присутствовал народный депутат. Он уже решает проблему. Я уже знакомился с работой нескольких свинокомплексов. Слава богу, все нормально. В том числе у нас в Одесской области. Здесь не все нормально. Значит, наверное, очистными сооружениями надо подумать, как сделать. И если они сами не хотят, мы в этом им поможем. Жители Болграда обеспокоены. В этой ситуации их больше всего возмущает бездействие местной власти. Я удивлен и поражен, что нет районной власти. Очевидно, им легче, знаете, жрать дерьмо, но оставаться на своих должностях. Ну, это просто беспредел. Первым делом Антон Кисе планирует обратиться по этому поводу к губернатору, главе облсовета и экологическим службам. Следующий этап – депутатский запрос в центральные органы власти. Экологический вопрос беспокоит также и жителей ближайших сел. У меня поле рядом с мусоркой, и оно забито полностью бутылками, мешками, кульками. Вот надо придумать где-то, как сделать отдаленно. Там километра нету даже до села, мусорка стоит. Ознакомившись с проблемами земляков, Антон Кисе подытожил. Личные вопросы прежде всего касаются труда и землеустройства, общей работы системы ЖКХ, качества дорог и развития родного края. Большую часть проблем можно устранить. Для этого нужно, чтобы забота об избирателях у представителей власти стояла на первом месте.
Если бы хотя бы процентов 80 депутатского корпуса различных уровней, начиная от депутата Верховного Совета до депутата Сельского Совета, занимались четко исполнением своих функций, обязанностей и выполнением тех обещаний, которые даются в период избирательной кампании, если был еще взаимоконтроль или контроль со стороны избирателей, то гораздо меньше было проблем. НАДЭП также провел прием граждан в Килийском, Саратском, Тарутинском и Арцизском районах. В результате новые судьбы и новые задачи. В Одессе открылась художественная выставка под названием «Храмы. Духовность Одессы». Первыми экспозицию увидели сотрудники правоохранительных органов. Юрий Осетенко, художник-реставратор, презентовал экспозицию своих работ и творчества отца Виктора Осетенко. Художники создали более 200 полотен, на которых изображены храмы и соборы Южной Пальмиры. «Это не только красивые картины, но и визуальная история нашего города», – рассказал мастер. Первыми выставку увидели правоохранители. Вернисаж открылся в актовом зале городского управления Министерства внутренних дел. Я считаю, что для нашего города это событие – важное соединение людей с такой сильной профессией, и привнести в их жизнь частицу культуры, истории, духовности. Большую часть времени и рабочего, и личного сотрудники милиции находятся здесь. Чтобы приблизить работников милиции к культурному отношению города Одесса, а конкретно к живописи, именно к духовной живописи, руководство городского управления в лице начальника полковника милиции Басенко Владимира Владимировича организовало данную выставку. Правоохранителям выставка понравилась. По словам сотрудников милиции, в плотном графике их будни крайне редко удается выкроить время для посещения музеев. Нам предоставили возможность посмотреть на картины художника. У нас мало возможностей посещать храмы, выставки в связи с нашей занятостью, работа постоянно. И это очень важно для духовного развития. Мы прослушали выступление и историю происхождения данной выставки. Нужно отметить величие храма и красоту увиденного. Автор выставки и священнослужители провели для правоохранителей исторический экскурс в прошлое и рассказали о главных храмах Южной Пальмиры. Следующий город, который увидит экспозицию, — Санкт-Петербург. В Одесском специализированном садике номер 113 прощались с юными воспитанниками, которые в этом учебном году пополнят ряды первоклассников. Этот садик особенный. Здесь воспитываются малыши с нарушением слуха. Это единственное дошкольное учреждение подобного типа в Одессе. Танцы, песни, игры и даже запуск в небо воздушных шариков. На празднике было весело и по-семейному тепло. Ребята благодарили родных воспитателей. Взрослые же, в свою очередь, старались поддержать малышей напутственными словами. Расставаться всегда немножко грустно, говорят воспитатели. Каждый ребенок останется навсегда в их сердцах. Праздник немножко грустный. Мы проводим утренник, называется «Выпуск в школу». Но это не значит, что дети уйдут завтра из сада. Никогда. Сегодня я провожаю деток в школу своих, не первый раз, но тоже очень любимых, очень дорогих. Детки все хорошие. Так школу, они уже выросли, они понимают, что они большие, и что им уже хочется все уже быть большими. Каждому ребенку здесь относятся с теплотой и любовью, говорят родители малышей. Я бы хотела, да, выразить большую благодарность этому детскому учреждению за их безмежный труд. За то, как они относятся к детям. Вот сейчас выпускной, то есть выпускают уже во взрослую жизнь, в школу. Дети отлично подготовлены, на мое мнение. И всем очень понравилось. Большое спасибо воспитателям, всем, кто прилаживает к этому труд. От садика у ребят останутся самые приятные воспоминания. Но пришло время им следовать дальше во взрослую жизнь. И это, похоже, их совсем не пугает. Танцевали, пели, говорили. Играли. Скажи, а в школу не боишься идти? Нет, не боюсь. Садик навсегда останется родным домом для детей, говорят воспитатели. Даже спустя годы нынешние выпускники смогут вернуться сюда, и им всегда здесь будут рады.
В эти выходные в Одессе будут проходить уникальные киберспортивные соревнования. В субботу в полдень на 411-й батарее состоится встреча почитателей компьютерной игры World of Tanks с минской командой разработчиков. Игроки смогут поближе познакомиться с разработчиками, пообщаться друг с другом в реальной, а не виртуальной жизни, а также, участвуя в многочисленных викторинах и конкурсах, выиграть сувениры и карточки с бонус-кодами для дальнейших компьютерных побед. А в воскресенье в центре города объявлен турнир по World of Tanks «Высадка 2013». Это вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Выпуск продолжит прогноз погоды. А я с вами прощаюсь и желаю всего доброго.